Сегодня у нас Хиан Шодан. Начнем с первого движения, основное Гэдан Барай. Дзюкифката мы исполним Гэдан Барай, потом удар в шаг. Что не обязательно. Первая атака и чуданский. С Гэдан Барай мы можем блокировать как открывающую технику делать, да, так и закрывающую. Чуть ниже, совсем близко. Кулак может быть колено или повыше. Почти форма, как Тэцу, как Хиан Сандан, да? И сразу еще один номер. Я увидел нарай, что не имеет никакой разницы. И мага нога будет не противоположно. И также еще поочередно, да? Еще там гидан нарай или чуданзуки. Или йолданзуки, конечно, рука может менять свою форму. Задний путь. Еще раз. Чуданзуки. Чуданбарай также эта рука. О, его в применении может сразу же атаковать. И кэдзуки. Как учил кэдзуки в кихон. Также рука может атаковать. Другой рукой. Чуданбарай. Сразу же эта рука. Атакем уразуки. Другая рука. Гэдан Барай, если слишком ближе подходим к атакем. Или уразуки, может, чтобы локоть толкал. Другой рукой. Также закрывающий. Закрывающий. Гэдан Барай. Уже удобно с уходом. Или чуданзуки. Дзюданзуки. Также эта рука, другая рука. Где-то же рука атакует. Другая рука чудом. Барафини может стойку поменять. Так, Барафини, если далеко оказался. Барай оказался далеко. Длинный шаг. Уйзуки. Расстояние. Или полный шаг. Здесь уже почти гиакузуки доставили. Немножко нога на себя. И затем уже уйзуки. Также сам уйзуки. Удар в корпус. Да, в живот. То есть я иду на дзюки, похоже как МП кота, если в этот момент шел на удар, эта рука может проще сказать, кедзюки, дзюки, дзюки, и сразу отыграться. Еще раз ставишь тоже. Правый корпус, то есть я нужно дать блок, сразу иду на удар, мне удар, сразу блок. Очень похожая форма, как тыки кота, напишем так, совсем высоко, рука может форма меняться, я на дзюки. Просто удар сразу, и прямо. Еще раз. Также чудан, чудан. Если мне удар бьет второй, осай, кидзуки, сразу атака. То есть блок, давящий блок, сразу атака. Еще раз так же. Я думаю, сразу же написал два рука. Еще два раза писал, раздавали. Практически два, что по сути кидан барай. Одна, вторая. Два блока, два гидан барай.